Добрый день, меня зовут Перековская Ирина Вячеславовна. Я являюсь студенткой финансового университета при правительстве Российской Федерации. Тема моего доклада является методы расчета распределения суммарных убытков для страховой компании по страховым полисам транспорта. Страхование является одной из активных сфер современного бизнеса, активно развивается и является несомненно частью системы рыночных экономических отношений. Объем операций на рынке страховых услуг стремительно возрастает с каждым годом, и все это свидетельствует о повышении роли места страхования в современной экономике. Страховая компания сегодня способна объединять риски по полису своих клиентов, и благодаря страхованию людей в течение определенного времени индивидуальные риски выплат объединяются в совокупный риск, который является управляемым и может оцениваться на уровне, который будет привлекать клиентов. Для этого необходимо знать определенный метод расчета распределения суммарных убытков, что является предметом исследования моей работы. Объектом исследования являются актуарные данные австралийской компании QBE Insurance Group по страхованию транспорта на один год с 2004 по 2005 года. Данные состоят из 67 856 полисов. Суммарные убытки страховой компании можно легко получить как сумму индивидуальных размеров убытка, но расчет самого распределения суммарного убытка является центральной проблемой теории коллективного риска. Благодаря современным компьютерам такие распределения сегодня возможно вычислить, используя численные методы. Среди таких методов является метод свертки, который начинается с поиска распределения частоты выплаты размера индивидуальных выплат. Затем рассчитывается по формуле n-сверток функции распределения суммарного убытка. Метод рекурсии является вторым методом решения проблемы, который также начинается с поиска распределения частоты и распределения тяжести. Но ограничением в этом методе является то, что распределение частоты должно быть распределением из класса либо B0, либо B1. И далее уже к полученным распределениям применяется специальная функция рекурсия и формула рекурсии для нахождения суммарных убытков, распределения суммарных убытков. И третьим методом является метод быстрого преобразования Фурье. Он также начинается с нахождения дискретного распределения тяжести, затем применяется быстрое преобразование Фурье, к полученному вектору значения, получая характеристическую функцию дискретного распределения. Затем применяется производящая функция для распределения частоты выплат, которая помогает найти характеристическую функцию суммарных выплат. И последним шагом в этом методе является обратное преобразование Фурье, то есть применяется специальная формула для нахождения уже распределения суммарных убытков. Далее наша задача стоит в расчете по представленным полисом распределения суммарных убытков страховой австралийской компании, отдельно по годовым полисам женщин и мужчин за период с 2004 по 2005 года. На слайде представлены только 5 первых данных. В данном случае в качестве модели суммарных выплат по годовому полису мы будем рассматривать коллективную модель риска. Формула данной модели представлена на слайде, где S большое равно нулю, когда N большое равно нулю, и где X зажитые, независимые и одинаково распределенные случайные величины. Далее эмпирически оценим распределение частоты по годовым полисам, где водители являлись женщины. Всего таких полисов наблюдалось около 38,5 тысяч. И оценим эмпирически распределение частоты выплат по годовым полисам на том же промежутке времени, но только для мужчин. Всего таких полисов наблюдалось 29 тысяч с небольшим. Затем оценим эмпирическое распределение тяжести для годовых полисов женщин. Всего таких значений 473. И эмпирически оценим распределение тяжести для годовых полисов мужчин. Всего таких значений 553. Распределения эмпирически представлены на слайде. Таким образом, мы можем рассчитать полученное распределение двух групп
годовых полисов для водителей женщин и водителей мужчин распределение суммарного убытка компании. Используя точный метод, метод сверток для дискретного распределения, поскольку полученное распределение частоты и тяжести дискретное. Данный метод реализуется легко в одном из пакетов R Insurance Data. Результаты для двух групп совпадают до второго знака после запятой. Это мы видим из табличных представлений для двух распределений. Далее переходим к расчету распределения суммарных убытков методом рекурсии. Для этого нам необходимо осуществить подбор модели распределения для частоты выплаты из класса B0 для полисов, по которым водители являлись женщины. Равенство, которому должно удовлетворять распределение из класса B0, представлено на слайде. Наблюдаемые значения частот должны образовывать приблизительную линию, включая горизонтальную, в плоскости, где x равно k, а y равно k, умноженное на дробь nkt, отделенное на nkt минус 1. Далее мы оцениваем параметры возможных распределений из данного класса. Поскольку угол наклона положительный, следует выбрать модель отрицательного биномиального распределения. То же самое проделаем со второй группой. Результат оказался таким же в том плане, что выбираем ту же модель, только с другими параметрами. Далее применяем расчет распределения суммарных убытков рекурсии методом F быстрого преобразования Фурье. Получаем следующие результаты. Как мы видим, результаты двух методов совпадают почти до пятого знака после запятой. На рисунке также видно, что результаты, полученные тремя... Извините. Результаты, полученные тремя методами, почти совпадают, однако, если сильно приблизить, видны некоторые расхождения. Далее я провожу расчет характеристики Tail Value at Risk. Оценка Tail Value at Risk помогает определить размер капитала для покрытия нежелательных потерь и является мерой больших выплат. Для получения более точного распределения, точного значения, я сгладила распределение суммарных убытков, где по оси абсцисс обозначены размеры суммарных убытков для двух групп и с шагом равным 5. За уровень значимости наших расчетов было принято значение 1%, то есть в представленных результатах пороговое значение является квантилем распределения суммарного убытка уровня 0,99. Полученным результатом мы видим, что пороговое значение оценка Tail Value at Risk для распределения суммарных убытков по годовому полюсу водителя женщин ниже соответствующих показателей для другого распределения, но больше количества пробоев. Однако оценка капитала страховой компании для покрытия нежелательных потерь выше для распределения суммарных убытков по годовому полюсу водителей мужчин. Полученным оценкам можно сделать вывод, что хотя страховые случаи водителей мужчин и реже превышают пороговое значение, величина страхового суммарного возмещения является достаточно большой по сравнению с водителями женщин из-за, возможно, более высокой стоимости транспорта и степени серьезности страхового случая. Что касается водителей женщин, то можно сделать вывод, что для них чаще возникают нежелательные суммарные потери, но меньшие по размеру. В результате расчетов также оказалось, что для рассматриваемых ситуаций приближенный метод рекурсии оказался более точным в оценке распределения суммарных убытков по полису по сравнению с методом инверсии. Спасибо за внимание.